О, как я люблю скинчики, слушай, есть... О, эй, 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 так, сегодня я вот прямо наконец-то могу записать видео, наконец-то прямо сейчас, это очень даже хорошо, и, так, вот это что такое, это нахер, так, вот это самое то, что мне нужно, давай. Так, все, окей. Поэтому. Так, ну что, поехали. Эй, я приветствую, добро пожаловать на канал. Меня зовут Костя, у нас продолжается Far Cry 5. Пятый рай на земле виртуальный. Наш волк куда-то там смотрит. Течет водичка, и смотри, какая реалистичная картинка. Как они ее зациклили красиво, да? Она же течет и течет, и течет, и течет. Офигенно. Офигенно все сделано. И в прошлый раз мы остановились на том, что я что-то какой-то бегал с луком и что-то стрелял там. Тут, в общем-то... Так, сейчас я погоди. У меня каждый раз, в зависимости от того, как я проснулся, от того, в каком я состоянии, от того, что я делал, уставший я или не уставший, то есть у меня каждый раз чувствительность как-то по-разному ощущается. Я это уже говорил раньше такого, а может и раньше такого было, просто я не замечал. В общем, расчистили вот здесь вот всех, кто находился у нас внизу. Сейчас это наш лагерь, и мы продолжаем с тобой идти, я так полагаю, по сюжету. Но я хотел найти какую-то снайпу, потому что из арсенала у нас есть лук. Но я тебе так скажу, мне даже с луком по кайфу бегать. Единственное, что мне нужно понять, где мне пополнять стрелы. То есть нужен какой-то колчан, где-то крафтить, что-то как-то разбираться. Ну-ка, дай-ка попробуем. Ух, рабочая штука. Неплохо. Стоп, секунду, подожди. Так это... Так я ж свой. Или... А, нет, это враг. Стой, подожди, а я думал, это наши. Мы же захватили, подожди. Так, а у меня ячейка-то закрыта. Мне надо, короче, заняться крафтом, видимо, в этой игре, потому что без крафта я не смогу себе ничего сделать. Поэтому, ну, дополнительное оружие взять там не смогу, ничего не смогу. Но в тот же момент мне хотелось бы сейчас дальше идти по сюжету, потому что сейчас как-то разбираться с крафтом это не вариант, потому что я хотел за кадром-то все разобраться, чтобы не терять время. Поэтому мы с тобой сейчас, если по пути куда попадем, то попадем. Соответственно... Давай, сюжетное задание мы поставили, куда нам двигаться. А крафт раньше же был как-то, он прям в менюшке был, разве нет? Как-то куда-то я нажимал в третьем Far Cry. И, так, это наши спутники. Это карта бургер. Что это? Подожди, это бургер? Это какой-то бургер, подожди. Какой-то бургер, так. Не могу понять, как здесь заняться крафтом. Вот так вот сетевое. О, это что такое? Друзей что-то пригласить. Так, события, костюм. Так, это... Нет, не могу понять. Не могу понять, как заняться крафтом. Поэтому давай немного полутаемся просто. Блин, я не знаю. Погоди, с луком я не пойду. Хотя мне лук очень понравился. Хорошая такая штука. Поэтому я, наверное, возьму все-таки пушку. Алкоголь какой-то, корпус, стрелы. Здесь надо очень много в чем разобраться. Так, ну патронов у меня, я так полагаю, отлично. Я нормально так взял патроны. Все, патроны есть, все есть. Все там в плане имеется. Это что? Это что-то тут. Так, все, ладно. Тачку надо сейчас быстренько себе нарыть. А ну стоять! Куда тут гоняете? Нельзя здесь так гонять, потому что... Ага, тачка есть. Все, тачка стоит. И маршрут, ну-ка, давай, где тут? Я же поставил, чтобы она желтеньким светилась. 5 километров. Почему нельзя сразу делать так, чтобы я видел, где эта метка? Я же ее поставил, да? Погоди, где? Вот, отслеживать тюрьма округа. Это вообще где? А, вот, перейти к карте. Отлично. Вот, вот так. Ух, ничего себе. Это сейчас по сюжету мне сюда надо ехать? А что-то так, какой-то прикол. Сначала поедет сюда, теперь поедет сюда. Это нам так потихоньку надо разведывать, да, все? Ну давай, ладно, окей, 5000 километров. Секундочку, музыка мне. Блин, как выключить музыку? На какую кнопку? Здесь нету подсказках. Стрельба, брось, следующее. Включить, выключить радио, скобочка.
Все, вот, отлично, хорошо. Потому что они очень часто защищены авторским правом, и потом начинаются всякие, как в четвертом Far Cry. В том числе из-за этого четвертый Far Cry мне еще больше стал не нравиться. Не знаю, четвертый Far Cry это фигня, пятый Far Cry прям заходит нереально круто. Особенно, смотри, со старта какие перчатки офигенные, да? В общем, едем. Едем довольно быстро. Вот. Но непринужденно, потому что... Так, сосны не валятся, что ли? Подожди, я думал, они... А в какой игре у нас это? Что-то я смотрел там, выскакивали какие-то видосы. По-моему, в Кризисе, да? У нас можно... Или... Да, по-моему, в Кризисе можно было порезать прямо винтовкой деревья. Прикольная штука. А здесь даже машины нельзя снести. Ну, в принципе, реалистично, потому что в реале ты тоже машины никак дерево не снесешь. Ну, такое-то уж... Вряд ли ты снесешь, потому что довольно такой толстый ствол. Так, я не понял одного. Почему у нас две метки? Я куда-то не туда поехал, что ли? Что-то я не понял. Секундочку. Тюрьма. Отслеживать. Так, ну. Перейти к карте. Ну, нет, я все туда. А, не по... Это как? Стой, подожди. А нам вот сюда это надо. А почему ты сюда показываешь? А почему ты так делаешь? Подожди, я не понял. Отслеживать. Перейти к карте. И смотри, куда показывает. Говорит, сюда. Хотя нам надо вот сюда. Вот так едем, значит. Я и думаю, что-то как-то близко. У нас сколько? 3000, короче, метров. Ладно, все, едем по дороге. Кто по мне? Кто-то там по мне пострелял. Ой, у меня микрофон-то нормально работает? Нет, то может быть, я не проверил микрофон. У меня в прошлый раз, на прошлом видео, что-то с микрофоном случилось. Он... что-то как-то голос какой-то был ненастоящий, как будто бы. Ну, что-то, где-то что-то залагалось. Надо было перетыкнуть, не перетыкнуть. Но я надеюсь, сейчас... Компы-то я перезагрузил. Это уже новый день, поэтому я надеюсь, что все-таки уже нету проблем. То есть они перезагрузились и все нормально пишет. Так. Костер, подожди. Костер, это ж надо... Надо разобраться с этим. Куда? Не, стой, подожди. Да, серьезно? Вот так вот? Блин, если бы я знал, я не ехал бы так. Окей. Окей, где меня сейчас? В ближайшем лагере, что ли? Вырубись. Где меня игра скинула? Кстати, это что за место? Мастерская. Давай зайдем в мастерскую тогда. Подожди, вообще сколько отсюда? А, 3000. Не так уж далеко нас откинуло, в принципе, рядом. Мастерская. Это тачки. Объявление о закрытии. Не понял. В смысле? Ее открыть надо, наверное, мастерскую эту. Все закрыто, ничего не работает. Блин, это что? А, во. Боеприпасы. Пополните ваш боезапас. А сколько это стоит, кстати? Пополнить боекомплект. Ничего себе. А что так дорого-то? Да не надо. Не, подожди, у меня денег-то пока нету. Ничего нету. Чего? Пиво можно взять. Гранат. Не, игра вот эта вот, она намного лучше, чем шестой. Реально, мне больше нравится атмосфера и вообще все, как сделано. Оно видно, что попроще, но оно лучше. Так, что-то закрыто написано что-то. Ладно, окей. Не беда. Закрыто, значит, закрыто. Вот, кстати, ты. Ну, скотина такая... Не понял, ты еще жив? А что от тебя? Ты кто? А почему ты так... Стой, ты погоди, ты зомбак? Он зомбак, да? Подожди. Ну-ка, дай-ка я тебя обыщу. Нет, мне... Блин, мне надо все-таки разбираться с крафтом. Но, ладно, доедем. Короче, давай так, сейчас доедем. И я разберусь там. С рюкзаком и как открыть нам еще дополнительные слоты, потому что надо что-то как-то с этим делать. Так, привет. Что тут, блин, устроили? Все, валите нафиг. Я пробиваюсь сразу напрямую к тюрьме, потому что мне нужно спасти кого-то, наверное, в тюрьме, да? Освободить нашего напарника, поэтому это обе птички летают. Ничего себе. Так, это свой, бляха, тихо, стой здесь. Все, машина сломалась, надо было ему помочь, но как-нибудь на обратном пути обязательно это сделаем. Потому что так можно очень много останавливаться, всем
как известно, не поможешь. Так, что это? Вот смотри, что происходит. Хоп, челик сбили. Это враг? Это враг, так, хорошо. Это что? Ага. Так, вот это враг. Отлично, а это мирный. Хорошо, мирный свободен, но надо было к нему, наверное, подойти. Не, погоди, но он не в наручниках, значит, он свободен. Окей. Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Музыка играет, что ли, какая-то, или что это? Что это? Тух-тух. Что это? Как будто как музыка какая-то играла. Да, музыка включилась. Прикинь, то есть заехал, включилась автоматом музыка на радио. Не знаю, может, я тут пострелял еще, залагало. Само радио включилось. Это что? О. Так, о, медведь наконец-то появился. Ну, это вообще беспредел. Так, медведь, не надо, не надо. Тут что у нас? Так. Так, ладно. Не получилось. Ну-ка, может, сейчас получится? Нет, надо, чтобы залетело. Так, а меня преследуют? Нет? Меня еще преследуют? Нет, не преследуют. Было прикольно, если бы, как в Need for Speed, меня преследовали вообще долго и постоянно. Что пока с ними не расправишься, они типа от тебя не... Кстати, новая тачка. Во, тачка с прострита. Блин, вот это офигенно. Вот это круто, это я поеду. Радио автоматом должно быть выключено. Зачем его включать? Такс. Блин, ну тут много чем можно заняться в этой игре. Привет, привет. Привет, преследуйте меня. Блин. Фу, какие красавчики. Подожди, не, я этого не могу упустить так просто. Подожди. Подожди, кто быстрей? Машина с прострит или олени? Не олени, а как это? Лоси, лось, лось. У-ху, лось, я быстрей. Ё-па-та, тихо, блядь. Нормально все будет. Нормально, это я... По сокращению поехал. Подожди, а мы же можем таким образом... Погоди, сократить мы сможем? Так, нет? Да, мы выйдем как раз на дорогу. Так, ну, как минимум, я выяснил, что я быстрее лосей. Неплохо так. Нормально. Нет, тачка с прострита хорошо. Она вообще везде едет, вроде как. Так, я на трассу-то выехал. Да, я выехал, и мне надо как-то развернуться. Кстати, да, вот, показывают. Но, с одной стороны, это и неплохо, что нету у нас мини-карты, потому что, ну, такой более свободный у нас. Нету ничего, видишь? Только вот эту метку бы еще убрать, которая... Ну, если мы ее уберем, тогда дорога пропадет просто. Вверху, слева вот это вот. Получается... Ох ты, класс, ни хрена себе. Можно сейчас и бочкой покатиться, я так понял. Так, блин, здесь много чем можно заняться на самом деле. Во! И смотри, как реалистично. То есть я саму тачку сейчас ушатал, и она едет с согнутыми колесами. То есть она... Блях, вырубись, радио. Почему радио? Стой, радио. Какая-то музыка все равно играет там, которую нельзя выключить. Ладно, надеюсь, она не нарушает никаких прав. Так, у нас... Да чего мы так долго-то едем-то? Оно ж вроде вот рядом, а ехать нужно до тюрьмы, охренеть сколько. Но, с одной стороны, в принципе, круто. Скажу тебе честно, здесь, в этой атмосфере, мне ехать нравится больше, чем в шестом Far Cry. Потому что, когда я ехал в шестом Far Cry, я там, конечно, тоже наслаждался графикой, но как-то не было такого... хорошего, эпичного настроения. Здесь все какое-то такое лесное, и приятно ехать по этой территории, и сама графика, она хоть попроще, но мне почему-то более простые графики в играх, да, графика, нравится больше. Чего? Тебе надо, ты вот и затормозил. А я еду в тюрьму, мне надо освободить товарища по команде. Потому что он туда попал незаконно. Потому что закон я полиция, а там сектанты. И они создали, я так понял, свою тюрьму. Так, ты кто? Ты свободен, это мирный. Так, осталось буквально совсем чуть-чуть. Вон у нас на картах видно, что появляется лодка. Да, то есть хорошо, отметки есть, можно на... Ах ты! Что? Не ожидали? Не ожидали, да? Нифига себе, они каких-то зомбаков... Да... Секунду, не-не-не-не-не, вас больше, это нечестная игра, я думал, они там какого-то пленного держат, а они, походу, уже кого-то и съели,
Так, 500 метров остается нам до тюрьмы. Надо же так. Какое уже видео по счету? Четвертое видео, и уже в тюрьму сразу едем. Ничего себе. Нереально просто. Так, не, вот здесь бы желательно свалить. Давай на ходу попробуем. О, видал? Видал, что я сделал? Просто на ходу. Блин, патрон кончился. Ладно. На ходу его освободил. Мне прям сразу опыта дали. Прям да, вот это я понимаю. Что тут? We love... Что-то you? Что-то мы любим тебя, что ли, да? Так, эх, машину прям капец колесо. Тяжело. Так, все, я в тюрьме. Фух, что ж, давай соберемся. Что-то здесь уже, по-моему, наш товарищ. Ну, конечно, это наш товарищ, раз он устроил уже тут. Ладно, въезжаем. Бейте врагов. А кого освобождаем-то? Так, секунду, я подъехал. Как минимум. Блин, лучше, чем шестой. Блин, этот Far Cry лучше, чем шестой. Шестой? Блять, такое говно по сравнению с этим. Ты посмотри, как здесь все офигенно. А, это не наши, это враги, ё-моё. Хорошо, что я их пометил. Так бы сейчас уже по своим мог бы начать шмалять. Так, не понял. Не понял, что это тут. Так, вот ты, кстати, не должен ты очухиваться. Я, кстати, откуда вы подходите, парни? Слушай, бегут прям. Не подпускай их. Так, ста. Все? Нужно оказать помощь! Боже мой! Заклинило! Ты! Нужны патроны! Ты спасла наши задницы. Они все лезут и лезут, никак не уймутся. Достали. Блин, я звук вначале не подправил. Разворошили осиное гнездо. Там машины! Черт! Врача! Ты полезай на ту стену! Так, окей. Сейчас, секунду. Чтобы он нормально прокидывал. Так, все. Подниматься наверх, да? Окей. Защитите ворота. Здесь что-то начинается у нас. Так, ребят, вы... Я вас только что уничтожил, вы снова появились. Так. Кто-то еще подъехал. Все, отъехали. А вы кто? А вы наши. Хорошо. Ух, вох, 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 вох. Надо ячейки открывать. Запад, окей, понял. Все, вроде выкурил, нет? Нет еще, смотри-ка. Подожди, секунду. Сейчас, сейчас. Делов-то, подожди. Это ж просто. Камон. Так, дай мне обратно мою пушку. Все. Так, а, патроны кончились. Дай мне обратно РПГ тогда. Давай сюда. Перезаряжаем. Так, тюрьма, тюрьма, тюрьмишка. Хренак и все. Оп, подожди, а как я? А, блин. Так, ладно. Какая разница, где мне воевать, на той стороне или на этой? Так, у меня еще есть выстрел, да? Идут или едут? Так, патрон собрал, самое главное. Куда? Куда мне не прийти? Так, стоп, где они? Они уже на другой стороны. Так, как мне зайти-то обратно? Меня пустят, не? Тук-тук, блин. Тук-тук. Бляха, как... А, вот тут, наверное, можно залезть. Надо же, блин, выпрыгнул, теперь залезть не могу. Где он едет? Так, мне главное защитить, чтобы они... Где он едет? А, о, вижу, все. Сейчас... Сейчас все будет. Так. Грузовик, он едет к воротам. Да, я вижу, блин, что он едет там. Хорошо. А звук все равно, походу, отстает. Так, сейчас мы немного подвинтуемся. Все, проблем нету. Так, у нас кончились патроны. Дайте винтовку. Винтовочку! Бляха, я горю. Я горю. Бляха, где? Я же здесь оставлял ее. Класс, у меня нету пушки. Здесь есть еще, не? Так, дайте мне хотя бы пистолет. А, все, мне не мне дали, да? Все, патроны я взял. Так, а, вы уже тут, блин. Парни, так бы сказать, что вы уже... Погоди, дай вас пометить, я не могу понять. Ты враг? Ты враг, все, окей. Выглядят как наши. Куда ты прилег? Вставай, прилегай мне.
все встало, нормально все. Да бляха. Смотри, что делает, а? Дай-ка я сейчас тебе устрою, блин. Все, упал. Хорошо. Там и валяйся. Все, задание выполнено. Тюрьма округа Хоуп. Неплохо. Неплохо мы здесь с ними вроде расправились. Сварочный аппарат внутри. Фути брал его последним. Ищи. А ты за мной. Тащите железо. Если понадобится, снимите двери камер. Ясно? Тогда за дело. Времени мало. Проблемы? Нет. Твари лезли по стене, но мы их сняли. Дверь. Вроде не страшно. Жить будешь. Прижми посильней. Знаешь, я ведь уже собирался в отставку. Думал, будет скучно. Эй, представишь нас, или так и будем болтаться унылым говном? Манеры! А, иди ты, Вёрджил, не до того. Говорил же, грубая речь — это признак... Ты не носишь значок! Нет, я не ношу значок. Надо подсчитать потери. Но мы же пумы! Вообще-то нет. Смотри, я ношу значок. И шериф тоже носит значок. И это... Простите, кто это? Один из моих помощников. Ты же говорил, что их всех схватили. Почти всех. Говорят, она заставила эдемщиков попотеть. Вот как. Что ж, тогда впрягайся. Халявщики нам тут не нужны. Трэсси хорошая, вы подружитесь. Кстати, она права. Дел у нас тут хватает. Поспрашивай. Рад, что ты с нами. О, дай значок. О, спасибо. Спасибо, я люблю такие штучки, блин. Да. Ну ладно. Давай. Так, ну чё? Окей, тюрьма теперь принадлежит нам. По-настоящему. И теперь этих сектантов сюда и посадим. Чё у меня перегруз? У меня, походу, микрофон. Микрофон что-то. Может такое быть, нет? Надеюсь, нет. Так, ладно, все. Окей, коктейль Молотова. Коктейль Молотова я подобрал. Это не мое дело, но тебе стоит Ты кто? Бойцы. Гражданские отмечены значком, можно начинать... Чего? А, нанимать. Заработанный боец появится в составе и автоматически станет членом вашего отряда. Вы можете взять отряд двух наемников при наличии членов для этого. Рит Свёрджила. Он знает, давай, что делать. Рада помочь. Да, все, окей, хорошо. Так, что я здесь вообще? Так... Блокнот ветерана. О, да. Ветеринара? Ветеринар. Ветерана. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, бабки. Бабки это... это да, это надо взять. Кто-то оставил все. Что потеряно, то мое. Так. Не понял. А вы меня посадили в тюрьму? Слышь? А, с тобой поговорю. Давай. Честно говоря, не думал, что увижу тебя снова. После аварии. Так, а по карте мы где вообще? А, в тюрьме. А приблизить нельзя, чтобы понять, как там? Нет, нельзя. Хорошо. Туман, поля. А потом я увидел ее. Ты ведь тоже ее видела, да? Да, мы ее все видим. Все, что она говорит, все, что обещает. Это все ложь. Держись от нее подальше, или кончишь, как маршал. Блажь стирает воспоминания. Освобождает. Хочется остаться в ней навсегда. Но это ложь. Все ложь. Если бы Вёрджил и Трейси не нашли меня, я бы остался там. В море блажи. Узник собственного разума. Они спасли мне жизнь. Пумы. Они хорошие ребята, но уже на грани. Мы должны им помочь. Больше нет. А, так мы в клан, в пум. Класс, слушай, класс, класс. Нравится название. Ветеринар вообще, но он старается как может. Пару часов назад он исчез. Никто не знает, в чем дело. Поищи его, ладно? Да. Хорошо, мне дали задание. Доктор Чейз. А, нет, не дали еще. Поиски запутали тебя. За работу, салага. Все, да? Окей, все. Так. Помогла сохранить наш дом. А, так вот, наконец-то это наша база, я могу здесь, соответственно, так, сейфы. Открывайте сейф с помощью взрывчатки с дистанционным управлением, используйте на взлом замка и горелку, чтобы обходить без взрывчатки. Так, взлом замка и горелка. Горелку с собой просто берем и все. Так, так просто не откроется, хорошо. О, поиграть можно какую-то... Что за
за пределами... Они здесь! Кто? Мир? Ты че? Это я! Это я! Хорошо, можно вот здесь тратить наши бабки, я так понял. Одежда, боеприпасы... О, одежда! Ничего себе, погоди! Особый... О, как я люблю скинчики, слушай, есть... Ты смотри... Ты посмотри, какие скинчики! Охереть, да? Вот это вообще... Блин, да ну нафиг, серьезно? Охереть, вот это особенно. Блин, только единственное, что надо немного было по-другому сделать. Вот особенно вот так нормально вроде, да? Не, на миниатюрный нормально. Короче, самый, наверное, нормальный это вот этот, да? О, вот это бы я взял. Погоди, я могу его использовать? А я его могу еще и использовать? Чего? Серьезно, погоди, ну тогда у меня перчатки, блин, пропадут. Видишь, что фигово? Я не хочу, чтобы у меня перчатки скелета пропали. Вот что. Так, а тут что у нас? Это сколько он стоит, кстати? 7200. Ну, как-нибудь где-нибудь найдем здесь бабки. Неплохой это тоже, блин. Ладно, окей. Могу взять, да? Давай по приколу возьмем. Жалко, мы, конечно, не будем это видеть. Погоди, маска. Ух, блин, вот это они знатно. Блин, это хорошо. Хорошо, это впервые я такой Far Cry вижу. Не, может быть, в шестом тоже там можно было что деваться. Но здесь прям сразу хоп, смотри. В шестом как-то игра даже не готовила там. Ну, там тоже вроде можно одежду как-то переодеваться. Но здесь вот три, как они сделали, охереть. Луноход или что это? Охереть, дофига тут всего. Блин, классно. Слушай, офигенно. Но нам, единственное, что нам надо заканчивать уже... Во! Вот здесь мы, оказывается, снайпу-то и можем купить, да? Угу. 7200 у нас стоит что? СА-50. Окей, просто нужно заработать бабки, и мы... Надо запомнить, в тюрьме можем, соответственно, потратить на нужные нам, соответственно, вещи, скины и так далее. Хорошо. Давай начнем, может, что-нибудь тут. Что нам можно тут начать? Что нам тут может начать? Вот сюда, да? Правильно? Ага, Долина Холланд. Блин, надо понять, короче, как зарабатывать бабки все-таки. Больше я ничего. Но тюрьма — это наш лагерь. Это, получается, вот здесь, да? Ладно. Давай покажи это. 3000 вообще-то... Так, вот так. Да, так, вот так. И покажи, где это. А, вот здесь. Сектанты захватили Фоллс Энд. Если вы меня слышите, нам нужна ваша помощь. Это Мэри Мэй. Окей, хорошо, но это уже будет, скорее всего, в следующем видео. Мне бы хотелось бы... А, это гараж наш. Вот этот рабочий гараж, да? А, ну это и есть магазин. Да, только он здесь какой-то... Да, он такой больше, чем как гар... Во, тачку, как его? Ее можно... Ух ты, ёлы-палки, офигенно. О, даже самолет... А, нет, показалось мне, показалось, самолет есть. Все, и тут некоторые покупать надо. Ага, все, понял. Блин, смотри, какой арсенал автомат... Да ну нафиг, они реально решили из игры сделать Need for... Класс, молодцы. Дай-ка сяду, вот что-то типа в это. Да. Так, где? Куда он упадет? Так. Транспорт горит. Вот он, все, появился, смотри. Смотри, какой автомобиль офигенный. Кто мог подумать, что тюрьма станет оплотом сопротивления? Кажется, шериф знает, что делать. Да, это раньше был, по-моему, какой-то замок, оплот. Так, не ладно. Это, о, делай вертухан все, есть. В твоих силах. Будем на связи. Так, все. Делаю сохранение, потому что в следующий раз мы отсюда и начнем. Ну а ты, если здесь впервые, подписывайся на канал, ставь лайки, комментируй и увидимся в следующем видео.